приходом пандемии моя жизнь и жизнь большинства окружающих изменилась. Мы стали носить маски, дезинфицировать руки, в некоторых случаях применять перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Стараюсь при оплате покупок использовать безналичный расчет. Личная предосторожность – это прежде всего забота о своем здоровье, потому что мы прежде всего ответственны за него, а также забота о здоровье окружающих. Поэтому призываю применять средства индивидуальной защиты, выдерживать социальную дистанцию и ответственно относиться к этому делу.